девять, 19, 29, 39, там, знаешь, вот такие какие-то. Постоянно все на 9, если цифры заканчиваются. Он заморочился. А вот ну, это а вот... Не, ну понимаешь, просто так кисточкой намазать и принести замминистру как-то, ну, не солидно. Ну, это бы вот, вот тот художник, он бы не стал. У меня такая, видишь, привычка, если за что-то берусь, то я там это... Если трава, то должны быть все травинки. Если кирпичи... Должны быть все кирпичи, да. Если это побоище под Суздалем, должны быть все 1500. Но это брак уже, вот мы нашли, с ним нашли друг друга. Но сколько это времени потом делать в живописи? То есть, 16 аллей, так, вообще... А он показал, где она будет находиться? Она же да. Большая будет, да? Ну да, там вот при входе на ресепшн, там такой как бы этот, клетка стеклянная такая, и вот он хочет с обратной стороны. Ну это где-то метра два, наверное, на... То есть каждый гость ее видит, проходящий, выходи, по сути. Выходящий. Она с обратной стороны там будет. Да, он крышу на это место. Да. Там телега стоит сейчас, да? Ну, она будет 2 метра где-то, да, там телега стоит. Большая, но тем не менее, там столько деталей. Ну, не знаю, сколько это делать, как. Но меня Брага, конечно, поразил своим вот подходом. Это впервые за мной такой случай. То он, значит, ну не просто как бы мне дал задание и все, и попал там, да? А вот он мне звонит, будет по утрам. Вот я же утром сплю, я по ночам работаю, а он мне, блин, часов 8 утра звонит. Насчет картины. Да, и говорит, значит, у меня тут вот такая идея. И, значит, нужно, я там был где-то в Свияжске, это под Казанью, да? Вот, и там реконструкция древнего города. Вот. И надо бы тебе посмотреть фотографии, возможно, они тебе пригодятся. Подъезжай. Ну хорошо, конечно, подъеду. Он мне выдает вот это вот. Талмуд. Фотографии. Говорит, может быть что-нибудь пригодится, да? То есть, ну это вот почему человек добился, да, такого успеха в жизни. Потому что он очень дотошный. Вот если он чем-то вот увлечен, чем-то занимается, то его волнует каждая деталь, каждая мелочь. И у него в голове вот это. Причем он недавно, только после операции. У него была операция, и его месяц не было.